В акции активно участвуют представители Смоленского, Залесовского районов, Бийска и, конечно, краевой столицы. Барнаул участвует достаточно активно. Вот сегодня мы сейчас с вами увидим два автомобиля. Предприниматели Барнаула обеспечили при содействии администрации приобретение. В барнаульской мастерской машины сейчас приводят в надлежащий вид. Была отремонтирована трансмиссия, заменены колеса. Колеса для, с грязевым протектором. То есть технические жидкости, ну, какие-то там работы по электрике были сделаны. То есть автомобили могут уже сразу после прибытия в зону СВО уже отправляться, скажем так, на боевые задачи. Они готовы. После того, как автомобили повышенной проходимости будут готовы к отправке, своеобразную автоколонну поставят на железнодорожные платформы. Надеемся, что к 9 мая машины придут в Ростов, и дальше уже ребята заберут их и будут использовать для выполнения своих задач. Мы делаем все для того, чтобы нашим ребятам было там комфортнее, да, то есть, чтобы самое главное сохранять их жизни. К слову, площадок для подготовки автомобилей несколько. Автослесари должны работать оперативно, так как отправка внедорожников запланирована на первую декаду апреля. Татьяна Голубева, «День с толком».